Всем хаюшки, меня зовут Олег Брейн, и я прохожу I Am Alive. Движемся дальше, мы добрались до высотки, и сейчас надо найти канистру, полную горючего, чтобы... Что происходит? Эй! Ой... Сейсмическая активность, если я не ошибаюсь. Мне надо найти канистру, чтобы заполнить лифт. В лифте застряли, по-моему, родители той девочки, с которой мы общались. Давайте посмотрим, что тут... Вон там, кстати, коктейль фруктовый, между прочим. Так, аптечка. Поэтому движемся. Надо его забрать. Что простаивать такому чуду? Давай. Забирай. Забирай ты скорее коктейль. Так, дальше. Дальше куда? Ну, давайте подумаем. Наверх? Ну, это было бы вполне логично. Здесь вот аккуратненько надо, аккуратненько. Тихо. Тихо же. А знаете, что мы сделаем сейчас? А ничего мы не сделаем. Я если спрыгну, я потом не допрыгну. А поэтому... Поэтому вот так вот. Движемся. Я буду только периодически лечиться. Тихо. Так вот. Все, фруктовых коктейлей больше нет. Печально, однако. Печально. Вот здесь вот проблемненько. Ну, попробуем. Пробуем. Угу. Как-то так. Вон там что-то есть, да? Нет, показалось. Давайте здесь делаем точку нашу. Точка опоры. Так, если я там брал коктейльчик, да? Так, ну хорошо, погнали. Я теперь знаю, у меня тут точка есть. У меня еще один крюк есть даже. Давай. Давай, братка, давай. Что тут? Пусто? Могли бы что-то положить? Вполне могли. Но они это делать не стали. А, так, дальше давайте смотреть, куда. Вон там лежит, по ходу дела, пистолетные патроны. Это хорошо было бы. Очень хорошо было бы. Тихо. Тихо-тихо, не тупим. Аккуратно. Перепрыгнешь? Нет? Ну, ладно. Ладно, хрен с тобой. Ой, зря. Зря. Так, здесь можно немножко зашкириться. Давайте попробуем. Что это такое там? Ну, это точно не канистра. Это точно не канистра. И, по ходу дела, я выбрал неправильный путь, наверное, да. Надо было, надо вернуться. Сейчас так и сделаем. Держись, тихо, быстро. Мать твою, быстрее. Фух, хоть так. Хоть как-то. Блин, смотрите, оно все валится. Нет, наверх, блядь! Да. Да. Печально, однако. Теперь хотя бы я знаю, куда я надо идти. Так, где это, где ты зашкирился? Угу. Пробуем разочек, еще разок. Очень грамотные чекпоинты, между прочим. Так. Не теряем времени. Нам прямо сейчас. Направо. Направо аккуратно. Да нет, блядь, нет. На твою мать. Ну что, ребятки, аккуратненько движемся. Пытаюсь, по крайней мере, добраться. Оно все еле-еле душа в теле, все на соплях держится. Давай, братка, давай. Фух, добрались. Нам, по ходу дела, сюда. Давайте посмотрим, что там будет дальше. А, здесь была якобы контрольная точка, насколько я могу судить. Посмотрите, мы добрались. О, что это такое? Фейерверк. Идите к парку с аттракционами у пристани. Ну хорошо. Я так понимаю, что помощь с лифтом, это, видимо, было так, эпизодично. То есть хотите, помогайте, а хотите, не помогайте. Так, тут катиться, да? Походу дела. Ну давайте попробуем. Ой, там что-то было. Тихо. Твою мать. Вон там, смотрите, что-то есть. Это бы надо забрать. Давай еще раз. А, блять, не успел. Печально. Печален сей факт. Можно подняться? Нет? Ну хрен с ним. Вон там, давай. Держись. Что бы то ни было, это пилюльки, кажется, да? Надо забрать их. Давай. Да нет, вот тут аккуратно, аккуратненько. Фух, здесь хоть можно подняться. Перевести дыхание. Мы здесь были, да? Походу. Это очень знакомая область.
Да, мы вернулись, видите? К этому делу. Так, а как, куда? Куда бежать-то? Надо отсюда точно валить. Давайте попробуем. Если это неправильно, я всегда могу переиграть. Вот так, видите, целенаправленно. Теперь вниз. Тихо. Я просто хотел скатиться. Вон там что-то есть. Держись. Держись, братка. Давай, давай. Так вот. Фух, взяли. А, мы взяли содовую. Теперь дальше нам куда? Там уже туман, видите? Уже печально. Мне кажется, можно на этот дом, да, как-то? По крыше. Нет? Прыгать нет. Прыгнешь? Да, я тоже думаю, глупо. Глупая затея. Вот здесь можно, смотрите. Неплохо. Что я вам скажу, неплохо. А мы правильно хотя бы идем? Ну да, вроде бы как в парк там. Сейчас попробуем. Я думаю, пока мы спустимся, нас как раз кушает всю нашу выносливость. Там есть что-то? Что-то есть полезное. Вроде бы нет, я даже на это время не трачу. Хотя, наверное, надо было. А нет, нет, вот смотрите, мы все правильно делаем. А нам сюда и надо. Тут как раз идет загрузочка. Ой, как тут все фигово. Как же тут хреново-то все. Там кто-то есть. Там определенно кто-то есть. Ой, чувак, 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 проблемы. Так. Вот так вот. Ой, блядь. А, нет, нет, Брейн, что ж ты тупишь-то так? Тихо стоять, сука. О, наконец. Хедшот прописал. Лежать, сука. Можно было его, конечно, вырубить. Я потратил все патроны на это дело. Но теперь у меня есть броник. По крайней мере, есть бронежилет. Но ни хрена нет патронов. Это печально. Там еще есть кто-то. Там точняк есть кто-то еще. Ой, как хреново. Ой, как хреново сделал. Ладно, не будем жалеть. Что-то есть. Собираем хоть что-то полезное. Надо выйти как-то отсюда. Надо найти выход. Я, кажется, знаю где. По-моему, здесь один выход всего лишь. Отлично. Так, значит, движемся прямо, пробегая мимо Генри и следуем целенаправленно на пристань. Побежали. Твою мать. Твою мать. Может как-то оббежать их? Ой, сука, с ножом. А, нет, нет, мы, короче говоря, мы сейчас умрем, наверное. Потому что это было бы очевидно, да. Я не видел, честно вам скажу, я не видел того, что был с пистолетом, иначе я бы вырубил бы его в первую очередь, конечно же, это же очевидно. Это очевидные вещи. Так, вот кто из них, скажите, пожалуйста, кто из них с пистолетом? Так, давайте подлечимся помидоркой. И, пожалуй, нет, аптека рана. Так, мне бы выносливость восстановить. Чем? Чем? Сигами? Не вариант. Лицом тоже. Так, давайте, пусть он подойдет. Вот этот с пистолетом первый. Готово. И это готово. Вот как надо было это все сделать изначально. Забираем броники. Все. Я бегу целенаправленно. Надеюсь, больше приключений на нашу задницу не будет. Потому что это настоящий хардкор уже. Так, надо. Надо лечиться, надо. Надо, Федя, надо.
Так. Шелли. Вот, смотрите, видите, куда надо было? Вот, точка. Шо? Ну, я прибежал дальше-то куда? Угу, вот как. Я надеюсь, что конец уже скоро. Мы, в принципе, к этому идем, как говорится. Hello? Henry? Linda? May? Hello? Ну что, мы забрали, теперь надо будет искать ее, да? If the captain sees gunfire, he'll turn back for sure. Okay. I'll search over here. You search over there. Whatever happens, we meet at the docks at the end of the pier. You take the pistol. It's dangerous out there. Right. Meet at the docks. Let's go find May. Ну что ж, давайте искать Мэй. Погнали. Now it's just me and my bow. Вы идете не в ту сторону? Понятно. Нам, как обычно, надо куда-то в другую место. Ага, вот здесь можно подняться, да? Хорошо. Попробуем. Ну, это было так, незатейливо, я бы сказал даже. Было предсказуемо. У меня только лук, ребята. Только лук. Пистолета нет. А пистолета нет потому что нельзя стрелять, иначе будет полная задница. Так, ну что, давайте подождем. Пусть подойдет. Пистолетом, братюня. О, мать твою. Все. Сюда, козлина, иди сюда, сука. А, убил, падла. Ладно, ребят, вот такой вот фейл произошел. Надо было стрельнуть в первую очередь в него, конечно же. А может и попробовать подождать, чтобы к нам кто-то подошел. Давайте еще разочек. Мы должны все попробовать, все варианты действия. Я не буду пока доставать лук. Так. Карты нет. Карты принципиально здесь. Ой, сука, откуда ты взялся? Я его даже не... Ну все, это конец. Мы здесь, наверное, не пройдем так, ребят. Тут надо будет кусочками вырезать, да. И снова я вам показываю что-то интересное. Так, расправился снова с парочкой врагов. У меня есть один пистолет. Но, к сожалению, Мэй пока что не видно. Поэтому продолжаем блуждать и искать маленькую девочку. Это, конечно, полная жесть. Я слышал, люди говорили, что в этот момент очень сложно здесь. Это, в принципе, уже конец игры. И тут приходится очень изощряться. Так, там можно зайти, смотрите, там что-то есть. Давайте аккуратненько зайдем. Ага, аптечка. Аптечка, это хорошо, в принципе. С какой-то степени. Так, давайте смотреть, где она. Где мы тут были, где не были. Вот, я вернулся, это самое начало. Так, не буду тратить. Можно было, конечно, потратить, но я думаю, так целесообразнее. Хорошо. Я тут видел, громилы ходили. Я не хотел бы нарваться на них. Бежали. Где-то здесь они, да, вон. Ой, твою мать. Так, ну ждем. Сейчас он поднимется. Ай. Ай, кто? Назад, назад, мудак. Ой, у меня стрел нет, это фигово. Это фигово, друзья. Так, побежали. Так, надо не дать, чтобы они угандошили нас. Забираем стрелы. Спускаемся. Тут еще пистолетный патрон. Так, сука, лежать.
Ну а с этим... Ой, мать твою. Тихо. Тихо. Забрали. Давайте немножко погоняем его. Твою мать. Нет, живи. Поздно, пить боржоми. Ну что, ребятки, движемся дальше. Посмотрим, что у нас такое. Открывайся. Фух. Что там такое? Вроде бы кто-то сидит, hey, давайте посмотрим. Я смотрел везде для тебя. So glad you're okay. You came for me? Of course, sweetie, I wouldn't leave you here. Now come on. Let's go find your mother. Okay. Так, значит, мамку надо будет найти, да? Все на корабль. Цели. Ну что ж, побежали. Главное еще знать, где этот корабль находится. Ой. Проблемы. Да, друзья, у нас большие проблемы. Однако. Так, а где она может быть? Угу, вон они все, смотрите. Как нам до них добраться? О, хорошо. Поднимаемся, пока водичка не поднялась выше. Поднимаемся. Так, давай, детка, давай. Активненько. Ну что, мамку мы нашли, давайте посмотрим, вон этот корабль вроде бы, когда? Неужели мы спасемся? Но мы так и не нашли свою семью, вот чем обидно очень. Так, вон, вижу. Пошли. Пошли, красавица, будем смотреть. You must be Linda. While we were waiting for you, the boat nearly got hijacked by some guys with guns. Let's go. We'd all like to leave this place as far behind as possible. Да, лодку чуть не угнали парни с пушками. Until I found Julie and Mary. I left them once before. I can't do it again. Besides, Henry's still out there, and I'll bet he needs my help. Then take this to your daughter. She might need it. Thank you, Meg. I'll make sure she knows it was from you. Thank you for everything you did. Take care. You'll find them. Julie. It's gonna be okay. If you're still here, I'll find you. I promise. I'm gonna find a way to make it up to you. Все, ребятки, мы прошли с вами I'm Alive, надеюсь, вам понравилось. Да, в конце, конечно, было реально очень сложно, тяжело довольно-таки, но мы справились, и конец говорит о том, что, скорее всего, будет продолжение. Это довольно очевидно, здесь так показано. Надо найти свою жену, дочь и узнать, что случилось с Генри. Я надеюсь, ребята из Ubisoft порадуют нас продолжением, сделают игру более привычной для игрока, потому что это такой, знаете, как первый блин комом. Добраться до финала игры, да, 100%, 8 из 20 мы помогли, ведь и 70% выполнено. Храбрость пройти игру в режиме выживания нет. 33 смерти, общее игровое время 4 часа 36 минут. Довольно мало на самом деле, в среднем за 5 часов можно пройти. Выходим? Да, вот титры. Ubisoft Shanghai.
подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, будем ждать продолжения I'm Alive. Меня зовут Олег Брейн, и вы смотрели «Слепое прохождение игрушки». Пока-пока.